O'tmagay, kun o'tmagay, ko'zlaringni ko'rmasam, shomda quyosh ham botmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Yuragim sen deb so'zlar, va doim sen deb bo'zlar, menga ne kerak ko'zlar, ko'zlaringni ko'rmasam. Tong otmagay, kun otmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Shomda quyosh ham botmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Я человек слова. Что касается порядочности моего братишки, то пусть это будет на его совести. Я пригласил вас сюда не для того, чтобы себя оправдать, а для того, чтобы после этой передачи кто-то сделал для себя вывод. Нет, скажите правду, что случилось? Почему Шухрат не звонит? Я целую неделю не могу дозвониться, а он не звонит. Сейчас он готовится к соревнованиям, поэтому он не может для этого выделить время. Он вплотную занят тренировкой. Как это? Ладно, он готовится, но, наверное, он находит время попить воды, отдышаться. Разве нельзя позвонить и сказать: «Мама, я живой»? И как назло, я ваш номер не записала. Я прямо сейчас запишу, скажите. Код 93. Так. 572. 0999. Так. Послушайте, позвоните прямо сейчас кому-нибудь. Кто там рядом, соедините меня с ним. Я не отниму у него много времени. Мне бы только услышать его голос. Нет, сейчас не получится. У меня в телефоне казахстанская сим-карта. Когда я приду домой, поставлю нашу и позвоню ребятам. Хорошо, хорошо? Аминь. Идите хорошо, домой. Хорошо, идите, только идите. Вы не волнуйтесь. Я потом ладно, перезвоню. Ладно, ладно, все-все. Только не забудьте. Хорошо, хорошо, я все сразу помню. Сразу позвоните. Хорошо, хорошо. Здравствуйте. Ой, Умида, куда же вы пропали? Не заждались? Вам здесь понравилось? Да, красивое место. Да, очень уютно. Здесь до нее впервые познакомилась. Давайте говорить о хорошем. Как вы сами? Да, как вы, не устаете? Нормально. Дело в том, что утром я ходила домой к Назакет. А что случилось? Я же все объяснил, между нами ничего не было. Нет-нет, я поняла. Оказывается, она не виновата. Я пошла к ней и попросила также от вашего имени прощения. Бедняжка, она, оказывается, так больна. Она неплохой человек. Пусть она проведет свою оставшуюся жизнь в радости. Мы, сами того не зная, причинили ей боль. Не говорите так. Если вы помните, я говорила вам, что в Корее меня оклеветали. Да, помню. Может быть, и мы тоже ошиблись и зря на нее подумали. Кто бы это ни сделал, я не знаю. Зачем это? Или ее место нужно, или нет?
ладно, что не делается к лучшему? В общем, я попросила прощения. Только вы верните ее на работу. А я ее с работы не выгонял? Она сама ушла? Тимурак, а вы сами позвоните ей, пожалуйста. Все-таки она женщина. Пусть вернется на работу. Отвлечется. Ладно. Мне кажется, что выздоровление человека зависит от тех, кто окружает его. Возможно, она отвлечется от своей болезни, и мы поможем ей в этом. И жизнь ее продлится. Вы правы. Значит, вы позвоните, да? Хорошо. Ну, Умидахуан, что закажем? Значит, забирать Зарнигорь еще рано, и у нас есть достаточно. Время. Хорошо, пусть принесут меню. Алло. Алло. Здравствуйте. Ну что, ты нашла деньги? Нашла, к вашему счастью. Я только вышла с работы. Ладно, тогда приезжай на Чарсу как можно быстрее. Ты моя дорогая, моя сладкая сестреночка. Ты самая лучшая. Дурак. Бог в помощь, Хадича. Слушаю, сестра. Все хорошо, вы уже заканчиваете? Да, немного осталось. Хорошо. А стол протерли? Да, конечно. Все сделала, как вам нравится. Хорошо. Сегодня хорошая погода, поэтому также протрите плитки во дворе на улице, ладно? Хорошо, хорошо. Будьте спокойны, я все сделаю. Только не мойте холодной водой. Хорошо. Берите воду отсюда и мойте. Хорошо, а хорошо. А то простудитесь. Хорошо. Я переживаю. Ладно, не переживайте. Уезжаю за границу, а детей оставляю. Хорошо, не переживайте, ладно. Следите за ними, будьте внимательны. Хорошо. Здравствуйте, хорошо. Мама. Вовремя кушали. У вас все нормально? Здравствуй, сынок. А, козы я привез. Козы? Я их сложил в морозилку. А козы пропустят в аэропорту? Да, конечно, пропустят. Завернем в фольгу и положим в багаж, и все. Я столько козы привез, а вдруг не пропустят? Да нет, пропустят. А пока я положил морозилку. Ну ладно. Почему ты не пошел на работу? Сегодня я буду вас провожать. Один день работы подождет. Чтобы нас проводить? Ну хорошо. Тогда знаешь, надо на кухню готовить. Хорошо, я обед, чай иди попью. Поешь. Спасибо, мама. Иди. Хорошо, спасибо. Хадича, не уставай. Хорошо, сестра. Моих детей нужно вовремя кормить, ладно? Хорошо. Обратите хорошо на это внимание. Малыши ладно должны вовремя кушать. Ладно, ну, ладно, счастливо пойду, приготовлю одежду. Хорошей не уставайте, дороги. Хадича. Постарайтесь, чтобы все было хорошо. Ну что, пришла? Я больше не буду искать денег. Хватит с меня. Это в последний раз. Бог даст, я все верну. Если еще раз повторится это, я все про вас расскажу отцу. Понятно? В крайнем случае, я сама вас в милицию сдам. Это последний раз. Все деньги вернутся, не волнуйся. Я верну все деньги. Брат, вы знаете, кому эти деньги принадлежат? Не для этих ваших грязных делишек. Но ведь я это все сделал не специально, пойми меня. Сколько людей нуждается в этих деньгах? Бог даст, все вернется. Вернется. Вернется, вернется. Сестренка, спасибо тебе большое. Кто этот парень? Вы даже не познакомили? Я же говорил в тот день. Хозяин. Хозяин, я забыл вам сказать. Это мой ученик. Если так вы не против, он походит с нами, немного поучится, посмотрит, как надо работать. Я же говорил, что скажу, шеф.
О, пришел богач. Вот он тоже проиграл приличную сумму. Теперь ходит с опущенной головой. Ну что, принес? Принес. Сколько? 40 тысяч. Если не ошибаюсь, было 70. Так, да? А? Пока я нашел только это. Если позволите, у меня есть предложение. Так. Давайте еще раз сыграем на эти 40 тысяч. Не будет же все время вести только вам. Что, научился, да? Ладно, играть так играть. Вставай, ну-ка. Бог в помощь? Здравствуйте. А, Умида еще не пришла? Нет, кажется, не пришла. Не пришла, да? Нет, я спасибо. Не видела. Не уставайте. Алло. Алло. Умида, как вы? Спасибо, хорошо. Умида, к нам поступили обращения, они касаются вопросов дома. По этому поводу я вам и звоню. Было бы хорошо, если бы мы помогли бы в решении этого вопроса. Ну, короче, что мы можем сделать? Знаете, сейчас к нам стали обращаться по разным мелким вопросам, поэтому прежде чем браться за это дело, нужно обратиться в Хакимиат, Махалю, со всеми переговорить и все тщательно разузнать. Вы не спешите. Хорошо. В таком случае, когда вы придете, мы с вами об этом поговорим. Когда вы придете? Через час я уже буду. Через час, да? Хорошо, тогда до встречи. Хорошо. Ладно. Так. Здравствуйте. Здравствуйте. А слушаю. Где Ибрахим? Вы его не видели? Он спит в комнате вашей мамы. Ибрахим! Ибрахим! Выйди сюда. Что ты делаешь в маминой комнате? А, Кеная, сегодня в 4 часа придут дети. А в 5 моя дочка придет. Пожалуйста, чтобы к этому времени обед был готов, хорошо? Хорошо, хорошо, ладно. Ибрахим! Ты меня слышишь? Что ты делаешь в маминой комнате? Я соскучился по маме. А почему ты до сих пор еще не одет? Быстро одевайся, я опаздываю. Здравствуйте. Девочки. Привет. Привет. Как вы? Хорошо. Как ты? Все хорошо у вас? У меня была помолвка. О, здорово! Поздравляем. Это вам. Спасибо. Это вам. Спасибо. Это вам. Спасибо. Смотрите. Ух ты. Очень красивые. И вам тоже. Надо же. Спасибо. Большое спасибо. Будь счастлива, дорогая. Я сейчас раздам тоже другим. Ну ладно. Ладно. Смотрите. Классно, да. Нилюфар, как вы? Здравствуйте, Умида, как вы? Как ваши дела? У меня была помолвка. Вот это вам. Поздравляю. Будь счастлива. Спасибо. Будь счастлива, поздравляю. Надеюсь, вы придете на свадьбу? Обязательно приду. Ладно, хорошего дня. Ну ладно, спасибо. Алло. Алло. Да нет, ты на работе? Нет, я только еду на работу. Быстрее приезжай, я тебе приготовил те деньги. Вы что, их не использовали? Нет-нет, ты приезжай, я спешу, у меня много дел. Хорошо, буду через 10 минут. Хорошо, давай быстрее. Ладно. Все хорошо, хоть избавился. Мамочка!
Ты моя хорошая, как ты? Как дела? Все хорошо? Мама! Сейчас закрой дверь. Да, хорошо. Что ты делаешь? А невестка с утра до вечера заставляет работать нас. Ничего страшного, ты большая девочка. Девочки должны заниматься домашними делами. Кто дома? Папа на работе. Сестра ушла на учебу. Я дома одна. Ну ладно тогда. Все хорошо. Да, я должна на монтаж пойти. Умида, извините, вы идете на монтаж? Да. А можно мне тоже пойти с вами? Я тоже хочу научиться. Хорошо, минутку, подождите. Да, кстати, я хотел спросить. Вы всегда такая, ну, знаете, грубая, да? На вид не скажешь, что вы такая. В зависимости от того, какой человек. Я с ними так обращаюсь, мне не нравятся наглые. Но ведь я не такой. А, если вы имеете в виду прошлый случай, так я просто хотел поднять вам настроение. А то, что я сел на ваше место, то я хотел привлечь ваше внимание и пошутить. Ну, если я вас обидел, прошу прощения, извините. У меня есть репортаж, нужно сделать монтаж. Да, у вас да, есть хорошо. Время? Я сейчас закончу монтаж. Хорошо, хорошо, ладно. Умида, там вас одна женщина спрашивает. В комнате ожидания. Выйдите, посмотрите. Кто же? Ой, здравствуйте, Наргиза. Здравствуйте, Умида. А что вы здесь делаете? Я не думала, что могу вас здесь встретить. Я пришла, потому что... Вы хотите участвовать в передаче? Да нет, не хочу. Мы с моей мамой хотели пойти к вам домой. Ко мне домой? А что такое? Ничего не случилось. Вы же знаете моего брата Нодера. Да. Вы нравитесь моему братишке. Мы хотим его женить. Если вы не против, и может это судьба, мы хотели бы вас засватать. Наргизапа, дело в том, что у меня... Скоро свадьба. Я помолвлена. Даст Бог, она назначена на 5 января. Я привезу вам приглашение. Придете вместе с девочками, хорошо? Значит, мы опоздали. Ну ладно, будьте счастливы. Спасибо. Жду приглашения. Если хотите, мои девочки в салоне сделают вам прическу и все необходимое. Спасибо вам. Ну ладно, тогда я пойду. Была рада повидаться. Я тоже рада. Желаю вам счастья. Спасибо. Будьте здоровы. Ладно. До встречи. До свидания. А может, нет никакой свадьбы? Просто повод, чтобы от меня избавиться. Конечно. Ведь не разобравшись, я ее оклеветала. Кто после этого захочет стать моей невесткой? Алло. Дочка, где вы? Я на улице, мама. Приезжайте скорее в больницу. Сына Адели сбила машина. Быстрее. Как он? Не знаю. Его забрали на операцию. В какой больнице? 16-й. Приезжайте скорее, пожалуйста. Я сейчас приеду. Быстрее. Вот деньги. Сейчас бы как дать вам по башке этими деньгами. Все, я забрал все деньги. Видишь, я все деньги вернул. Почему ты опять нервничаешь? Вы сами понимаете, чем вы занимаетесь? Что вы делаете? Знаю, знаю. Я сам знаю, что делаю. Смотрите, мне только попробуйте еще раз пойти к этим людям, я вас... Ладно, я пошел. У меня много дел. Имейте в виду, больше я вас не буду покрывать. Все, я больше не приду. Больше не просите денег у меня. Откройте! Трус! Дурак! Тоже мне свалился на мою голову. Надо же! Нашли время, чтобы нас проведать. Да, к дочери должны прийти сваты. Поэтому я приехала. Какие сваты?
Ты действительно хочешь жениться на этой девушке? Я люблю ее, мамочка. Что мне делать? Если сын так хочет, все равно ведь надо посоветоваться со старшими, не так ли? Да верно, опа, поэтому я пришла к вам посоветоваться. Я рад, что вы вернулись на работу. Я не здесь работаю, я работаю на третьем этаже, управляющей в ресторане. Таң отмагай, күн отмагай, көзлеріңі көрмасам. Шамда құяш хам батмагай, көзлеріңі көрмасам.